Всем привет, друзья! Канал Будни Тракториста, 4 июля, время 8 утра, на работе. Сейчас, наверное, поедем в СПК «Маяк». Договорились с инженером, то, что с одного из красных донов, дон 1500А, еще образца 90-го года, снимем корпус подшипника привода, наклоны камеры. Так что сейчас, наверное, отправим сюда. Может быть, удастся что-нибудь там поснимать. Обстановки со строжайшей секретности. Максим, ведем съемку. Но... Иди позвони и скажи, блядь. Михаил Скоров, нахуй. Короче, снимаем корпус шкива. С древнего дона. Воруем, блядь. Тихушку. Воруем втихушку, да. Тебя снимаю, как ты пиздишь, да. Какой тебе лючок? А что, светлее будет? Да. Серёж, что ли? Да, задери его кверху, Максим, не получится ничего. Короче, за нами председатель все пасёт, короче. Брешут на нас, ругаются. Кару нам не дали, чтобы наклон камеру скинуть. Скинули сами ломом. О. Какие болты? Мне болты? Ну. Вот этот болт? Да. Вот с пружиной, который? Да, да. Это надо шпинтовать сначала. Ну, шпинтуй. Сатир взял? Нет. Я чё, что-то? Ну, ты мне ничего не говори. Нет. Петрович. Спорю, я дойду до УАЗика с камерой, нахуй. Иди. Я принесу, кстати. Ага, их меня убьют, нахуй. Иди. Я от Лёхи вырабатываю. А чё корпус-то? Чё корпус? На валу остался? Какой? Подшипник-то. Да, Максим, 53. А, да. Ты чё, шиферку снимаешь? Санёк, у нас уже было это самое. Где это председатель шихни, блядь? Ой, крыса, блядь. Встал здесь и стоит, смотрит, блядь, чтобы мы больше не спиздили. А вы говорите, работать здесь, блядь. Здесь председатель баба, нахуй. Она нихуя не соображает. Инженер разрешил, блядь, а она тут как разоралась, блядь. Ой, сука, нахуй. Я что-то там, блядь, мог. Сука, хуюк. Сюда вот залезь, внутрь открути портал. Че, туда лезть? Я испачкаюсь. Нихуя себе. А ты что туда приехал, блядь? Я вам баба помог вытащить. Ты что, корреспондент, что ли? Да. Ну иди так несколько, я от горбата, да. Нахуй. Сейчас загутарю, блядь. Отколся? А что сурмовать, блядь? Вы что, и второй тоже корпус меняете? Петрович, тоже оставите их поменять? Ну да. Попал в волчью стаю, вот по волчью, понял? Все поняли. Угерусь. Да что-то отвертка. Я не думаю. Видео, да? Я не знаю, не интересуюсь. Я подзагорел чуть-чуть, блядь. Что красный, блядь? Что красный? Я-то? Бух красный, блядь. Максим, чего? Подумали и решили. Тоже заварить надо, нахуй, ебать. Кого? Вот эту хуйню.
А что, Сань, ты не смог что творить? Вовчик, ты мне закурить дашь? Вовчик, спичку, блядь, нахуй. Я тебя закурить спросил, блядь. Спичку спрашивай. Мне ебка, надо курить. Я так и подумал, блядь, спичку спрашивать. Да. Блядь, нахуя мы везли, надо ставить. Видишь, какой спорт, большой чистый. А то ты, блядь, уголки не видишь, попадают нахуй. Вареный, вот, видишь, не видишь, блядь. Снимали тоже, блядь. Ты крышку и поменять. Там надо варить. На. Вот его крышку надо поменять просто. Да крышку поменять. А две плюшки хочу ему крышку, блядь. На, видишь он, блядь, вот. Лопнул. Вот он, закрепление, блядь. Серёга, надо снимать его, да? Варил. Серёга на месте варил. Вот раз. Ну что ты проваришь? Какой Серёга? Ну он, я. Лёха заварил, варил. Вот я. Сплохо, вот приварил. Ну что тут, Максим? Приварить. Может, нас сейчас почистить, чтобы не сгорело. Ну что ты, блядь, ну что ты? А? Тут, блядь, ёпка надо. Пошли нахуй. Шовчик. Ну ты сделаешь, блядь. Да. Серёга, почисти, сам сказал. Все, блядь, отполировано. Серёге мороженое откупать надо. Давай откручивай, блядь. Мороженое от аккумулятора вроде. Заварим, нахуй. А Максу, блядь. Пивка. Пивка, нахуй. Да. Тем более я вчера выпивал. 2 часа ночи, блядь. 2 часа ночи. Ёпка твою мать. А сколько у нас? 1, 2 10. Там еще этого. У кого? Там, блядь. С КамАЗа снял. Там, иди, блядь. Кидай, пока, блядь, с пажок уехал. И мороженое. И мороженое. И кокой. Просто, Серёг, подъезжай. И коки. Куда подъезжать? Ну, вон, видишь, вон два. Все, Макс, гаси. Чтоб совхозе, Макс, возьми, нахуй, вот здесь, нахуй, развалил. Итак, Александр Петрович поедет на комбайне куда-то. В общем, сделали, ради чего снимали Войкова корпуса под подшипники. Вот они. Башмак? А где он тебе? А вот он. Давай вперед. Блядь, там провода, сука. Выкручивай туда. Туда выкручивай. Масло текет он со струбки. Блядь, крутишь. Блядь, хуйня твой дозатор, блядь. Надо ко мне уловить, блядь, почистить, чтобы заварить шиферку, скрывающую барабан. Вообще не барабан скрывающий, а скрывающий, ну как, вот стол называется. Вот эту хуйту вообще. Давай,
Это что, будешь сюда сак подгонять? Потом подъедешь к сварке? А у тебя есть чем чистить-то? Где гарпун? Лезь сразу гарпуном-то. Что все равно эти масла из этой трубки, которую оторвали, когда снимали. Да что, потекла, потом перестала, блядь. Это ничего идет-то она? Она идет наверх. Потом прикрутит. Там главное не бери, там еще есть трубка. На, почисти, я поснимаю. Ты че найдешь, блядь? А потом я почищу, ты поснимаешь. Не, знаешь, нужен такой гарпун, как вот сено, знаешь? Нет, тут немного. Это понятно, немного. Да кирпичи я в раз половинку, когда уголок нашли у тебя, я вынул. Она вот набивает и все. Ну его надо частей корчить, да? Ну, после каждого уже дняшек положить. Че тут, вот он, да я уж понял, что это. Ну вот видишь. А, ну тут ветер в другую сторону. А у старой, да. Целиком прям, блядь, прорезь сделан уже нахуй. Там еще ловчее. Здесь еще два лючка, а там один, блядь, длинный. Вот что значит, блядь, осенью хранение хуёво готовили. Камнеловители полные в землёй, нахуй. И соломой. Крыс зиму кормить. Конечно, то крыс помрут, конечно. Ой-ой-ой. О, блядь. Вот и кирпичи, глянь. Какой-то, блядь, огнеупорный, видишь, какой это? Огнеустойчивый кирпич. Думал, крыс побежал. Такой же я половинку в тот раз. Давай, может, правда, Лариска выскочит. Если работать надо. Хочу стучать опять? Стоит хуйня? Да. Не заплю еще? Потихоньку? Потихоньку, да. Потихоньку. Садите. Нормально. Так, как что нас ставить? Нашли? Теперь вот откладываем. Ставим. Да, это рыбьем. Давай. А я отхожу. Так, пошли. Ух, блядь. Ой. Куда она? До конца сарай будете? Ну, что? Да, чуть-чуть, что она выше. Пойдем у Серёги поглядим, как у него шкив стоит. У кого? Серёги. Да, мою. Она что-то, что выступал. Вашу выступал чуть? Спасибо, дай это гнать, Серёга. До корпуса? Да. До крышки корпуса, да? Провалил это, блядь. Масленка стояла. Не, ну ты же сказал, у тебя корпус другой, чуть уши утолщенный. Да, у тебя так крышки стоит. Ну да. А то, может, блядь, не дойдет на шкив. Во, блядь. У меня ловчей будет. В смысле ловчей? А ремню тебе не будет соскакивать потом ловчей? А он соскакивает в эту сторону, не будет рёт. Наоборот, лучше, может, даже соскакивать не будет рёт. Ну, хорошо бы, блядь. Да кажется, там вот, блядь, 5 миллиметров будет. Держи. Давай. Какой, Мальвинович? Она или... Куда ты руки суешь, блядь? Последний отшибись нахуй тут. Хуй варить. Да. Ага. Давай. Хотя бы под лицо сделай. А нет, она выступала. Вступала? Вступала.
Ну, пойдем в Серёге поглядим. Да-да. Наступало. Все, да, понял. Еще. Вы меня позвали с камеры, я бы заснял, вам точно сказал, выступал, а не выступал. Да не до болтов. Да, 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 вот она как раз, она отсюда и вот здесь торчала. Да. Что, еще долбить? Да. А теперь этим наш пойдем. Ой, блядь, пиздец сломал. Чем? Ух, чернеет, пиздец, поедет. Так больно. Мизинец сломал. Сломал? Да. Ты что, говорил? Нет. Без завтра. Молоток бери. Да. Молоток отзади. Куда он тухлый? Один тут еще пальцем прилагает. Я только вот этот с пластины видел палец, который у вас. А он вот с пластиной. Ну вот тот бери. Да я по рукам сушить будет пластины. Нет, это надо. Она сейчас легче пойдет. Да я Олег слушаю, он в данную работу. Пальцы отшибешь? Я потихоньку. Уха, блядь. Это сейчас ух на хвату. А, блядь. Ты так держишь. Она легенькая, моток тяжелый, поэтому не убивать. Я на, блядь, пальцы. Моток же. Кивые. Бля, глянь, неспроста, раньше был трехручевый, а сделали четырех, да? Да? Вот на старом, который сняли, три ручья. Что, да? Да, все ремни хорошие были, сейчас одна в резине. А, сейчас ремни хуёвые стали, пошире начали делать. А в будущем ремни будут еще говнистее. Будешь кивы еще шире. Скрытый как будто, да? Этим перещелкнул. Перещелкнул собачку. И пиздохин швайн. Зайдет опять. Да, блядь, Серёга Кабай вроде не такой уж старый, а пиздец аж, блядь. Уже дохуя тоже, блядь, поломка. Или железка, но есть железка. Хуй ты, тут, видишь, я типа подубовый сам комбайн-то. Ну, держать её как будет. Руками? Ну, сейчас сает будет набиваться. Ну, да. Сопровождение чудо-машины. Да, бля, погрузчик, конечно, интереснейший. Ну, что-то мне кажется, стрелок там чекать другая у него, блядь. Переваривать есть только, блядь, что переделать. Надо бы с этого, с гусем, что мотор вытернуть по нашему. Мотор-то? Чтобы уравнять, уравнять, чтобы, да? Да тут дизель, считай, на ходу, ёпть. Мы 17 км в час наша скорость составляет. Итак, друзья, вот нам приобретение хозяйства. Древний автопогрузчик с арочными колесами. Купленный, точнее, обмененный, произведем бартер на ДТ-75. Хотя, что здесь брать? Здесь ни хера нету. Есть вот раздатка там. И, в общем, тут ни хрена нету. Есть вот чугуняка, кабина полугнилая. Есть цилиндр. Передний подъемная эта рамка. А ДТ-75 укомплектован был полностью. На нем не было только топливного насоса.
вроде была перегрета головка. Блок цилиндров. И, в общем, дизель был более-менее нормальным. Ну и ладно. Почему обменяли? Потому что текет ручьем цилиндр наш, такой не найдешь, не найдешь ремкомплект. Хотят переделать всю рамку, подъемный механизм, но здесь по-другому сделаны рычаги вылета стрелы. Поэтому будет проблематично все это сделать. Как бы сюда бы залезть бы. Посмотреть кабину. Кабина, конечно, интереснейшая. Здесь не получается. Есть, конечно. Да, блядь. Не пускают нас внутрь. Ага. Вообще-то ручка волна. Все, залезем. Вот он как. Здесь бак имеется под жопу. Какие-то тряпки. Рулек. Тут кабина двухместная. Какой-то цилиндр валяется. Да уж. Ну как-то так вот. Вот такой вот перпетомобиль. Вот такой вот автопогрузчик. Ну, фотообзор сделаю, друзья. Будет в группе ВКонтакте. Кому интересно, заходите, посмотрите. Ну, вот так вот он выглядит. Итак, друзья, УАЗик в стойле, идем домой, время без 26. 2 часа почти что пили пиво после работы, ребят. Ну, в принципе, так частенько бывает, расслабляемся. Если хотим по-нормальному посидеть, то после работы ребят скидываются там и сидят где-то в УАЗике. В общем, какие итог подвести дня хотел. Съездили, взяли, в Войкове видели корпус подшипника. Конечно, трудности возникли. То, что договорились с инженером, пришла председательша, на публику показал свое недовольствие этим, упрекнул во многом что-то. В общем, осадок остался нехорошим в душе. Съездили, забрали другое хозяйство в КФХ Аграрии. Погрузчик старого образца. Хотя я и многие другие посчитали, что все-таки обмен неравный, так как ДТ-75 почти что весь целиком укомплектованный. Там ремонту. И он, в принципе, будет на ходу. А это так, кусок чермета. Ради каких-то там цилиндров и ради подъемного механизма стрелы. Ну, в принципе, что тот чермет, что этот чермет. Не знаю, руководство решил так. Теперь выходные, суббота, воскресенье, друзья. Увидимся теперь в понедельник. Так что смотрите, будем тракториста, скоро уборочные. Скоро будет интересно. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки. Всем пока, до понедельника. Итак, чисто сельский анекдот. В общем, прилетает
семейная пара инопланетян в нашу российскую глубинку в деревню. Встречает такую же семейную пару, деревенскую, Ваню и Маню. И решают инопланетяне, предлагают обменяться партнерами. И уходит наша Маня, насиновал с инопланетянином. Ну и говорит, ну как у вас там, что устроено-то? Тьфу, да все просто, смотри. В общем, вот тут два кранчика, один крутишь, он вырастает, сколько тебе надо. Другой кранчик крутишь, он в ширину утолщается, сколько тебе надо. Ваня, Маня берет, покрутила, размер подобрала. Потом как смехом закатится. Инопланетян не поймет, что случилось нафиг. Что с тобой, что случилось? Да не, все нормально, говорит. Просто представляю, как твоя инопланетянка моему мужику яйца накручивает. Так прям в смех разбирает.